Банк ВТБ работает на рынке финансовых услуг Беларуси с 1996 года и стабильно входит в десятку крупнейших банков страны. Он постоянно стремится к расширению финансовых возможностей и повышению качества услуг. Сегодня по всей республике насчитывается более 24 его отделений и порядка 60 удаленных точек продаж. Еще одним шагом навстречу своим многочисленным клиентам стало открытие нового современного отделения в Бресте по улице Буденного, 49. Банк ВТБ выполняет свою стратегию 19-22. Пересматривает свои точки продажи по двум принципам. Узнаваемость бренда и доступность локации. Соответственно, данная точка отвечает этим двум требованиям. Здесь она вооружена всеми цифровыми диджитал-сервисами, услугами. Ну и, соответственно, компактность зоны обслуживания позволяет нам обеспечивать тот клиентопоток, который мы ориентируемся и прогнозируем. Здесь предоставляется полный комплекс практически всех услуг, которые может предоставить банк именно частным клиентам. Вот. Плюс, скажем так, у нас любой частный клиент может и в онлайн зарегистрироваться в нашем интернет-банке на сайте банка, получить ту же услугу, не приходя даже в офис банка. Розничных клиентов ждет современный уютный офис, дизайн, выдержанный в корпоративных цветах, электронная очередь и широкий спектр услуг и продуктов банка. Несмотря на то, что в отделении отсутствуют привычные кассы, здесь доступен полный перечень кассовых операций, а поможет клиенту в этом вот такой многофункциональный банкомат. Снять наличные, пополнить карту, обменять валюту и другие операции можно совершить самостоятельно, либо при помощи консультантов. Широкая линейка продуктов, удобное расположение, но самое главное, за что ценят банк ВТБ, здесь рады каждому клиенту, всегда готовы помочь и встречают как доброго друга. Я неоднократно пользуюсь на протяжении многих лет услугами банка, и отличительной особенностью данного банка и всех его сотрудников это является чуткое человеческое отношение, терпеливое, я бы даже сказал, и очень благодарен девушкам за их всегда участие, как бы к судьбе каждого вкладчика. Поэтому всегда приглашаю всех, как бы посоветую своему примеру, чтобы приходили в этот банк. Красиво и чистенько, аккуратненько, обслуживание самое главное. Все по полочкам разложили, как удобно, как выгодно. В отделении можно оформить кредиты и вклады, выпустить дебетовые кредитные карты, подключить страховку и другие партнерские программы. Новый офис расположен недалеко от центральной пешеходной улицы Бреста. С открытием этой точки продаж банк ВТБ стал еще ближе к своим клиентам. Ведь миссия банка – помочь людям воплотить их планы, создавая лучшее финансовое решение. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Льмонтович, телекомпания БУК-ТВ.